В воскресенье, 25 ноября, отмечается День матери. Свое поздравление всем мамам республики отправил глава Чувашии Михаил Игнатьев. Этот необыкновенный светлый праздник наполнен искренними чувствами любви, добра и признательности ко всем женщинам, которые дарят нам жизнь, растят и воспитывают, защищают от невзгод, делятся теплом своих сердец. Дорогие матери, сердечно благодарю вас за ту любовь, ласку, поддержку, которыми вы окружаете своих детей каждый день. Желаю вам и вашим семьям счастья, крепкого здоровья, добра, благополучия и желанных, счастливых, жизнерадостных детей. Конец цитаты. В каждом регионе в эти дни поздравляют матерей, достойно воспитавших своих детей, организуют конкурсы, выставки, фестивали. В преддверии Дня матери без внимания не остались и многодетные семьи. В Маргаушском районе сегодня чествовали мам, которые воспитывают более двух детей. Многодетных семей в Маргаушском районе всегда хватало. Правда, если раньше таковыми считали родители с 5, 8, 12 детьми, то сейчас это 3 и более. В последнее время маленьких граждан в районе с каждым годом все больше. Сегодня в республике поддержке многодетных уделяется большое внимание. Это и федеральный материнский капитал, республиканский. Денежные выплаты будут получать семьи, в которых родится третий и последующий ребенок уже с 1 января 2013 года. Существенный прибавок. Те же поддержка семей военнослужащих, вот, которые сейчас призываются или служат в армии. Те же поддержка многодетных семей, порядка предоставления земельных участков, где этот вопрос мы тоже решаем. Но в этом году 51 человек у нас было зарегистрировано, но как они хотели получить, и они обязательно все получат. На сегодняшний день около 40 человек получили уже, но дополнительно все время список он пополняется, мы рады этому. В тесном неформальном кругу многодетным мамам вручили сертификаты на государственный материнский капитал. Все они подают пример своим друзьям, соседям и не только им. На господдержку может рассчитывать и семья самого главы администрации района Ростислава Тимофеева. Правда, на праздничный вечер супруга и их уже 3 детей приехать не смогли. Дани Фатагирова, Андрей Спиридонов, Республика.